свой уже третий сезон вступят баскетболистки команды Госуниверситета «Олимп» под руководством тренера Андрея Кондратьева. Именно с его именем связаны все успехи команды, коих уже набралось немало. Это и победа в первой лиге, и финала СБ, и золотые медали чемпионата города. А потому неудивительно, что именно в нашу команду и именно к Андрею Кондратьеву изъявили желание попасть баскетболистки из Тамбова, разыгрывающая Светлана Хазина и центровая Татьяна Нужных. Мы выходим с хорошим настроением в следующий сезон. У нас костяк команды сохранился, и еще появились новые перспективные девочки. Я очень рад этому. Девочки уже 2 года играют по АСБ и в основном составе в своей команде играли в Тамбове. Именно в очных поединках тамбовские девушки оценили всю красоту и легкость игры орловской команды во главе с Кондратьевым и без раздумий приехали, став еще и первокурсницами ГУ НПК. Были еще некоторые варианты, но орловская команда нас привлекала всегда, и мы хотели именно сюда. А чем же она так привлекала? Составом своим? И составом, и хорошим тренером, и отношением в команде. Все было на высшем уровне. Приход в новую команду заставил Свету Хазину, которая уже 9 лет в баскетболе, даже мыслить по-другому на площадке. Я вот, когда тренировалась в Тамбове, я не видела недостатков. А сейчас я вижу недостатки и пытаюсь исправить их в себе. И думать я начала по-другому, именно в этой команде. Я такая шустрая, мне некуда девать энергию, и именно сюда я хочу отдавать себе полностью. Уже не за горами второй круг чемпионата города и самый важный старт – это ассоциация студенческого баскетбола. В ожидании новых побед Андрей Жиляев и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».